Мама, а что такое? Returns и progress. Что? Что такое returns и progress? Это значит, тебе сказали, смотри, Ульяна, тебе сказали сейчас о том, что это занятие записывается. Когда включает запись администратор, тебе говорят то, что ты сейчас услышала. Хорошо. Прошу прощения, ведущая, можете начинать? Что можно рисовать? Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем делать игру прилетающего кота. Исправлять баги. Сначала берем переменную баги, пишемся на раздел перемены. Когда сложу. И самое начало любого скрипта вставляем. Когда флажок нажат. Например, вот этот вот скрипт. Когда флажок нажат, задать баллы значение 0. И если берем вот этот вот скрипт, когда флажок нажат, всегда, если касается цвета белого, то придать сообщение 1. И вставляем еще туда блок. Снять баллы на 1. Нажимаем на флажок и смотрим. Там, кстати, так вот касается белого облака. Баллы изменяются на 1. Ой, что это? Можно еще добавить спрайт собаки. Убираем спрайт собаки. Любой. Хочу вот это вот папи. Вот этих вот док 1 и док 2. Тут доктор. Немного уменьшу его размер. Скажем, до 80. Теперь начинаем писать его код. Берем блок, когда флажок нажат. Нужно сделать событие. Далее берем повторять всегда. Повернуться к
И сначала переходим в раздел движения. Выбираем блок «Вернуться к «Отправитель мышь». И выбираем просто указатель мыши «That's fine». Всегда вернуться к headline. А, точно. Еще надо изменить цвет собаки. Скажем, на коричневый. Чтобы при прикосновении к собаке Scratch не начислял баллы. Глаза тоже сделаем желтыми. Теперь пес поворачивается к коту, если касается кота, то происходит примерно вот это. Можно еще сделать вот так. Переключаемся на спрайт кота. И когда флажок нажат, повторять всегда. Хотя нет. Так, нет возможности быть. Переключаемся на спрайт собаки. И выбираем спрайт. Рисуем спрайт. Выбираем в выбрать спрайт нарисовать. И рисуем что-то примерно вот такое. К примеру, ярко-красного цвета. Вспоминаем цвет, яркость и насыщенность. Цвет 0, насыщенность 100, яркость 100. 0, 100, 100. Берем спрайт кота, добавляем, когда флажок нажат, повторять всегда, и внутри повторять всегда, если то. Если. Далее переключаемся на сенсоре. Если прям касается указатель мыши, вместо указателя мыши выбираем спрайт 1, наглядь спрайт 2, спрайт 2, спрайт 2. Выбираем спрайт 2. Если касается спрайт 2, то передать положим. Положим просто сообщение 2.
Передаем сообщение 2. О, еще можно сделать, так сказать, здоровье как-то. Убираем спрайт, в разделе еда. Такое вот сердечко. Уменьшаем его размер до, скажем, 50. Нет, меньше. 30. Вот так вот. Таким вот розовым цвет. Переключаемся на выбрать. Да тут мышку. Спасение мыши. И убираем копировать, ставить, уменьшаем срисовальное пространство. Вставляем 3 таких сердечка. Дублируем костюм. И заливаем черным одно сердечко. Последнее. Берем и этот спрайт, то есть сердечко тоже заливаем, снова дублируем и снова заливаем. Можно сделать другие названия, например, просто 1 или наоборот 3, следующий 2, следующий 1. Следующему 0. Варим ему, когда флажок нажат. Значит, красивый на 3. Теперь берем, когда я получу сообщение 1. Изменить костюм на так, нет, следующий костюм. О, нет, не сообщение 1, сообщение 2. Иначе каждое касание облака, когда же надо коснуться, будет уменьшаться здоровье. Сообщение. Дублируем, переключаемся на проект собаки. Дублируем слип, тогда сложить нажать стать, когда вернуться к дедлайн. Удаляем снова слипа, вернуться к дедлайн. Стараюсь и повторяю всегда.
идем ждать одну секунду. Подключаемся на операторы. Берем блок вид случайно от 1 до 10. Ложных от 1 до 10. Сейчас ложу умножать, ждать всегда. Ждать равное от 1 до 20 секунд. Передать сообщение. Сообщение. Берем ждать случайно от 1 до 20 секунд и вставляем передать сообщение. Теперь котируем спрайт 2. Этого лазера. Когда я получу сообщение и задать Тридцать раз. Повернуться к тайм-лайну. Идти 10 шагов. Это как-то слишком сложно. Пусть он идет один. Пусть он будет не в положении, но а в положении. В направлении 90. Так что правильно. Да, какой-то длинный. Можно немного упростить. Да, сложу к нажат. Повторяем снять под собаки. Да, сложу к нажат. Повторять.
Москва не... Нет, повторять всегда. А, можно вот так вот. Не делать новый скрипт, а когда тоже нажать pipeline, добавить к нему идти один шаг. Но так будет слишком сложно. Невозможно победить. Так что пусть он идет со скоростью 0.1 шаг. Нет, немного быстрее. Так. Вот. Мог бы двигаться со скоростью. Мог бы двигаться вправо и влево. Да, флажок нажат. Повторять всегда. Если то, если то. Если клавиши. Стрелки. Право брата. Вернуться в направлении. 90, идти 10 шагов. Клировать. Изменяем стрелку вправо на стрелку влево. Вернуться в направлении 90 на минус 90. Собаку на самый верх. Направление яйцей даем 90. Вот один бак. Можно сделать вот так вот. Должно получиться как-то вот так. Теперь направление кататься тут сдаем 90. Собаки тоже. Когда флаг еще не снаскает кота, делаем скрипт, когда флажок нажать. А, когда флажок нажать, повторять всегда, если то, если касается док 1, то передать сообщение 2. Теперь делаем собаке скрипт, когда флажок нажат. Повторять всегда. А, нет, когда... Я получу сообщение 2. Перейти в
икс. Минус 171 игрек 104 вернуться в направлении 90. Добавляем сердцем сам скрипт. Когда флажок нажат, повторять всегда. Если то, прям с нас сенсорин. А, нет, на оператор. И берем лоб равно. Если кто-то равно 50. Если костюм равен. Если вместо 50 вписываем 4. И переключаемся на внешний вид. Пролистываем вниз, берем костюм номер, и если костюм номер равен 4, то стоп, все. Люблю такие баги. Во, вроде все наладилось. Упост. Теперь стек готов. Можно переименовать его и даже отфильтровать. Если у вас пришли на обычную встречу. Лица. Теперь новый проект. Снова демонстрация экрана. И сейчас мы будем делать калькулятор. Для начала рисуем фон калькулятора. Берем инструмент квадрат, заливку делаем, ну, положим такой вот серый. Делаем большой квадратище. Ну, или не очень большой. Это уже на выбор.
Прессуем еще один квадрат, заливку делаем белую, положим. Или нет, вот такую вот, какую-то зелененькую, темно-зеленую. Теперь рисуем спрайт. Хотя так, переключаемся на фон, на выделить. Копируем вот эту вот зеленую полоску. В спрайт ее вставляем. Притаскиваем сюда вот. И берем блок, когда флажок нажат. Спросить. Что надо сделать? И ждать. Берем блок «Если то». Берем в центрах ответ. Берем в операторе равно 50 и притаскиваем ответ в сторону. Вместо 50 вписываем. Сложить. Ой, извиняюсь. Сложить. То. Спросить. Тройки слагаемые. Ой, первое слагаемое. Первое. И вместо если то иначе, извиняюсь. Теперь дублируем. И если ответ... Если ответ вычесть... У меня шара. Емое. И ждать. Иначе снова дублируем. Если ответ умножить. Просить. А, если.
это вот иначе вставляем. В эту ночь иначе вставляем ответ. Раздели. Так, теперь сделаем. А вот еще говорить. Ну, типа того. Этого нет в калькуляторе. Спросить. Делимое. И ждать. Теперь проверяем, что надо сделать. Сложить. Первое слагаемое, предположим, два. И все. Теперь вычесть. Уменьшаемое, два. Теперь умножить. Первая цифра один. Теперь разделить. Теперь мы, например, вводим привет. Этого нет в калькуляторе. А теперь даем переменную. Так, продолжим. Переменная первое слагаемое. Ок. Второе слагаемое. Купить переменную переменную. Уменьшаемое. Вычитаемое. Нет, нет. Делимое. Называется. И что там у нас? Умножаемо. Надеюсь, слышу. Теперь мне кажется, некоторые из этого неправильные. Так, что-то у нас. Уменьшаемо. И
Так, давайте по порядку. Если ответ правильно сложить, то спросить первое слагаемое и ждать. Теперь берем задать первое слагаемое значение ответа. Спросить, кто другие слагаемые и ждать. Задать второе слагаемое значение ответ. Берем примерно второе слагаемое и первое слагаемое. В операторах что-то плюс что-то. Первое слагаемое плюс второе слагаемое. Сказать, говорить. Первое слагаемое плюс второе слагаемое. Но когда флажок нажат, то есть для этого отдельный скрипт сделан, чтобы не запутаться. Когда флажок нажат, надо всем переменным задать значение 0. Читаемое, уменьшаемое, редактировать, делимое, снова дублируем. Так, думаю. Вот, вроде все, да? Теперь дублируем слагаемое значение, создай слагаемое значение ответ. Вот здесь первое слагаемое плюс второе слагаемое. А также задать первое слагаемое значение ответ. Этот блок нам очень... Вот скрипт нам нужен. Теперь задать уменьшаемое значение. Теперь про вычесть. Задать уменьшаемое значение ответ. Спросить. Уменьшаемое
спросить, which animals и задать вычитаемое значение ответ. Говорить. Уменьшаем. Так, вместо плюс берем минус из оператора. Уменьшаем минус. Вычитаем. Ой, у нас время подходит. Саш, у вас еще 6 минут есть. А, точно. Извиняюсь. Дублируем все это. Дублировать. Только вместо. Уменьшаемое, умножаемое. Вместо вычитаемое. Спросить то, на что надо умножить, задать то, на что надо умножить значение в ответ и говорить умножить умножаемое на то, что надо умножить. Теперь дублируем это, дублировать. Задать делимое значение цвет. И говорить. Делить делимое на то, что надо произвести.
Так, положим. Здесь мне нужно проветрить, теперь вычистить. Мешаем, положим 2, ставим 1, 1. Все верно. Что надо сделать? Теперь разделить 1, 2, 1. Вот. Теперь эти вот галочки отменяем, чтобы не было видно переменные, скрываем переменные. И калькулятор готов. Я с концу урока успели. Даня, спасибо, что пришли. Пока. Пока. Всем до свидания.